Конструктор Лего, без преувеличения, самый узнаваемый бренд игрушек в мире, стартовал бизнес в 1932 году. Основан Оле Кирком Кристиансеном, столяром из небольшого городка Белун в Дании. Название компания получила в 1934 году от словосочетания «Leg God» – «играть хорошо» на датском. Прообраз знаменитого конструктора Лего появился в 1949 году, когда фирма начала выпуск автоматически соединяющихся брусочков с 4 или 8 выступами. Через несколько лет эти игрушки стали очень популярными и назывались в народе «кубики Лего». Современную систему крепления кубиков запатентовали в 1958 году, а вскоре компания начала добавлять кубикам дополнительные элементы. Узнаваемый во всем мире логотип Лего появился в 1973 году. Лего выпускает продукцию для детей самых разных возрастов. И даже взрослые с удовольствием занимаются складыванием не таких уже примитивных кубиков. Самая знаменитая серия Лего так и называется – Лего или Лего System. Она представлена множеством серий – город, замок, космос, пираты. Выпускается серия для маленьких детей – Duplo и для самых маленьких – Primo. В 2000 году Британская ассоциация продавцов игрушек назвала кирпичик Лего самой значимой игрушкой 20 века, а в 2014 году компания Lego Group стала мировым лидером по производству игрушек. We'll be right back.